Наука. Африканские слоны не только имеют самые длинные носы, но и самое лучшее обоняние на свете. Группа исследователей в области молекулярной эволюции из Токийского университета обнаружили, что в хоботе африканских слонов имеется почти 2000 различных генов, отвечающих за восприятие запахов. Это вдвое больше, чем у собаки, и в 5 раз, чем у человека. Японский ученый Йошихито Ниемура рассказал, что сравнивал гены рецепторов обоняния у слонов с 13 другими видами животных, в том числе лошадьми, кроликами, морскими свинками, коровами, грызунами и обезьянами, и присудил безоговорочное первое место слонам. Сравнивая гены, отвечающие за восприятие запахов различных животных, мы обнаружили, какие гены являются общими для всех, какие уникальными. Общие гены сохранились в течение всего эволюционного процесса, и мы думаем, что они выполняют самые важные функции всех видов животных, но имеются и уникальные, присущие лишь одному виду. Эти гены крайне важны для жизни животного в его специфической среде. После дальнейшего исследования Ниемура обнаружил, что 2 из 3 общих генов выполняют и ряд других, не связанных с обонянием функций. 2 гена присутствуют как минимум в 16 органах человека. В процессе эволюции от одного древнего гена, имеющего отношение к обонянию, произошли 84 дополнительных гена, которые позволяют животным определять запахи, специфические для той или иной среды их обитания. Так, в случае африканских слонов, это запахи пищи, которые произрастают в саванне. Обоняние позволяет животным находить друзей и избегать врагов. Кроме того, суперобонятельные способности африканских слонов компенсируют их слабое зрение и помогают им ориентироваться в окружающей среде.